Играй в Brawl Stars. Ты когда-нибудь задумывался, а возможно ли нарисовать на телефоне вот такой арт? И конечно же, я тебе отвечу, что да. И перейдя по ссылке в описании, ты можешь ознакомиться вот с этим видео. Привет! 6 месяцев назад вот в этом видео я показал, как можно на телефоне нарисовать 2D арт в стиле Brawl Stars. И в конце видео я сказал, что если под этим видосом вы наберете неплохой актив, то я обязательно сниму вторую часть, где покажу уже, как можно нарисовать 3D арт в стиле Brawl Stars на Android. Вы набрали по тем видосам очень крутой актив, так что вот держите данное видео. Сразу хочу сказать, что данное видео не является туториалом, то есть это видео вообще не несет никакой обучающей информации. В данном видео я просто буду рисовать, вы будете это все видеть в ускоренном режиме, и в некоторых местах я буду останавливать видео, чтобы объяснить, что вообще творится в кадре. Надеюсь, все поняли. Ну а сейчас хочу вам пожелать просто приятного просмотра. Сначала я нарисовал набросок арта на листочке, а потом сфотографировал и загрузил его в Autodesk Sketchbook. Кстати, я только сейчас понял, что процесс того, как я рисовал набросок, я мог просто снять на камеру, а потом добавить к видео. В следующий раз так обязательно и сделаю. Потом я 40 минут обводил арт красным цветом. А в конце с помощью функции корректировка цвета я изменил цвет лайна из красного на черный. Следующие 6 минут я просто зарисовывал арт разными цветами. Следующие 20 минут я потратил на то, чтобы просто зарисовать арт так, чтобы не было видно черного лайна. Следующие 48 минут своей жизни я добавлял блики, тени, контурный свет, одним словом я пытался сделать из обычного 2D арта псевдо 3D изображение, и как по мне, у меня что-то и получилось. И последнее, что я сделал, а это именно добавил черный контур в PS Touch, и это было вообще не обязательно добавлять, но на всех артах в стиле Brawl Stars этот элемент присутствует, и поэтому я все-таки решил добавить на арт черную обводку. И в конце у меня получился вот такой арт. Предлагаю вам в комментариях написать, похож ли мой арт на стиль вообще Brawl Stars. И в целом, как вам видос, мне интересно, я старался. Вот и все. В комментариях к видео вы можете написать идеи для новых видео. Также вы можете поставить лайк под этим видосом и подписаться на канал. Это очень важно для меня. И также вы можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А этот арт я добавлю в мою мини-коллекцию артов, которые я нарисовал за всю историю моего канала. Мне даже как-то приятно стало смотреть на все эти арты. И думаю, так само будет и приятно людям, которые на меня подписались и с самого начала, и аж до этого момента смотрели мои видео. Ну а всем спасибо за просмотр и всем пока, а я пойду делать новые видео.